Водителям ниже 1,5 метров запретят управлять общественным транспортом. Министерство здравоохранения России выпустило проект постановления с перечнем медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Данные ограничения, по мнению авторов, будут способствовать снижению аварийности на дорогах. С такой дискриминацией низкорослые водители не согласны. Абдурашид работает на одном из маршрутных такси нашего города. Его рост 150 сантиметров. Водительский стаж 12 лет. Говорит, с управлением автомобиля справляется легко. Маленький рост абсолютно не мешает. Достает и до педалей, и рулем крутит уверенно. То, что маленький, не мешает? Нет, пока не мешает. Самое главное, плохо слышу. Вот это мешает, а остальные не мешают. Остальные все нормально. Здорово. Мнение экспертов о том, могут ли низкорослые водители управлять общественным транспортом и не опасно ли это для пассажиров, расскажем в ближайшем выпуске программы.